Приходите все на апрельский, это настоящий позитив. Очень хорошо, вы можете здесь вот над импровизацией, поработать. Очень полезно, очень хорошо. И вообще это душа, понимаете? Поэтому если вы хотите открыть себя, то я думаю, что африканский танец – это то, что вам нужно. Ждем вас на афроинтенсиве. Все на интенсив. Но очень мало преподавателей, мы знаем много школ, я был на многих занятиях, мы проводили занятия по ритмике, по музыкальности. Они не уделяют этому внимания. Даже абсолютно базовыми вещами, когда вы шагаете раз, два, три, пауза, пять, шесть, семь, пауза, все это делается на уровне, ну вот я же вам показал, раз, два, три, пять, шесть, семь. Но не соблюдается точность. А это очень важно. И если вы возьмете таких танцоров, как говорит Илья, или Торрес, или... Кто угодно. Кто угодно. Профессионал Майкл, Фонс. Фонс. Там тоже был умножен. Да. Отличает хорошего танцора от как бы среднего, да, не буду говорить плохого, да. Тем, что они этим занимаются. Если вот мы сегодня дадим вам упражнение, которое вы должны будете делать уже дома. Да. И обратите на это внимание, когда вы танцуете, поделайте это упражнение обязательно с клавой и еще двое. Мы будем давать второй, четвертый и плюс. И триольный тоже, 6-8 трин, который мы сегодня, вы слышали, как он звучит, чтобы вы могли четко ощущать и различать. Но этим надо заниматься. Это позитив, много энергии и релакс. Мне очень понравилось. А мы еще
начинаемся. Спасибо большое. Все на афроинтенсив. Афроинтенсив.